Тренер сборной Австрии по биатлону Рико Гросс признался, что надеется на то, что во время чемпионата мира в шведском Эстерсунде не будет проводиться допинговых рейдов. Турнир пройдет с 7 по 17 марта. «Я был шокирован тем, что произошло в Зеефельде. Хорошо, что все прошло аккуратно. Полиция арестовала только тех, кто виновен. Надеюсь, на чемпионате мира по биатлону такого не будет. Трудно жить с мыслями о том, что какие-то спортсмены пытаются манипулировать и обманывать», — сказал Гросс. Напомним, на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде был проведен допинговый рейд, в ходе которого полиция задержала 5 лыжников. Все эти спортсмены сотрудничали с немецким спортивным врачом Марком Шмидтом. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!